А что было красиво разложено? Сегодня будем варить гороховый суп. Для этого нам понадобится сам горох, замоченный с вечера, пару луковиц, морковина и 4 картофеля, копченые ребрышки. Все это на 3 литра воды. Сначала помываем горох. Теперь мы почистим морковочку. Отрежем жопки. Чистим лук. Так, водичка наша закипела. Теперь мы кидаем туда кости. Прямо вот целиком. Вкусняш. И одну луковицу. Вторая у нас пойдет на обжарку. Теперь режем кубиками морковку. Начало закипать, огонек мы чуть-чуть убавим. Так, теперь мы снимем пенку. Много ее здесь не будет, но она нам абсолютно не нужна. Режем лук. Тоже кубиками стараемся. Морковочка обжаривается, лучок золотистого цвета. Закидываем горох. Мы чистим картошку. Там уже как хотите, кто кубиками, кто соломкой. Так, теперь режем картофан. Чтобы не выкидывать остатки хлеба, из него можно сделать сухарики. Как раз для другого супа. Остатков белого мяса, поэтому придется резать. Чутка еще посыпем. Так, время пришло, достаем.
Так, ну закидываем наш лучок. Закинуть картошечку. Лук все свои полезности отдал, остались одни вредности. Его вытаскиваем. Засыпаем картошечку. Сейчас пускай он закипит, еще минут 10, и все. Где-то за 5 минут до окончания мы все это дело посолим. Не сильно обильно. Так, ну что же, суп у нас готов, теперь нам осталось только нарезать зеленушки, разлить тарелочком, засыпать и кайфовать. Обед нищебродов готов. Субтитры сделал DimaTorzok.